Еженедельно в крае проходит 80 сельскохозяйственных ярмарок. В них участвуют 2500 владельцев крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. Глава региона считает, это недостаточно. Необходимо создавать условия для сельхозтоваропроизводителей, чтобы они могли продавать свою продукцию напрямую. В Анапе на сегодняшний день 18 муниципальных сельскохозяйственных ярмарок. Глава курорта Юрий Поляков подчеркивает, выполняя поручение губернатора, надо пересмотреть количество ярмарок выходного дня, новые площадки создавать в востребованных людьми районах и привлекать больше участников. Тогда нужно написать всем главам муниципальных образований, что мы готовы всех фермеров в крае, которые есть, принять здесь для того, чтобы цена была дешевле, чем в магазинах, для того, чтобы людям создать хоть какой-то люфт или какой-то зазор для того, чтобы они могли дешевле купить продукцию. К этому надо стремиться. Внимательно изучите все, Эдуард Викторович, Александр Сергеевич, изучите, посмотрите, как это лучше сделать. Я всегда говорил и ранее говорил, что наша задача сделать цену ниже. Задачу ставили от 10 до 30%, цена должна быть ниже, чем в магазинах, там, в сетевых или в любых там, шаговой доступности. Цена должна быть ниже. Она может быть ниже только за счет того, что эти площадки будут предоставлены бесплатно. От развития сети муниципальных ярмарок выиграют все. Для фермеров и аграриев это гарантированный рынок сбыта. Для жителей – альтернатива сетевым магазинам. Возможность купить натуральную продукцию с минимальной наценкой. Никита Бойко, Роксана Бакуменко, Александр Кореневский, Анапа регион.